Как будто все это такое, знаешь. Странный человек. Да, уже хочу приблизиться к этой двери. Я не знаю. Утро. Сейчас мы кушаем, собираемся и будем на турнир ехать. Идете? Да. Как думаете, какое место займем? Первое. Ну, это не обсуждается. У нас тут утренняя зарядка. 10 часов. Соня, нет. Нет, так одна служба звонила, говорила, что мы даем машины, а вторая не звонила вообще. Ну, они сказали, удачно. Что если не найдем... На фестиваль! Какой фестиваль на концерт? Фестиваль. Это фестиваль. Сейчас будем разминаться, прогонять. Сейчас будем разминаться, прогонять наш номер и репетировать до нашего выхода. Да. Пока не стошни. Пока не стошни. Пока не стошни. Да. Ну, поехали! Я победу. Вы знаете и уверены в их мастерстве и адекватности их суждения. Также, друзья, сегодня для вас руководитель, хореограф, постановщик театра танца «Пластилин» Яся Реутова. Ваши аплодисменты для нее, друзья. Хореограф, педагог, участник команды «Апачи Крю» Галя Петля. Победитель проекта «Танцы со звездами» и финалистка шоу «Танцуют все» Лена Пуль! Один из самых скромных человек на данной сцене, который попросил меня «Скажи про меня меньше всех», мой друг, хороший танцор, иногда народник Богдан Урхов! Видите, он настолько стесняется, что я вместо него здесь постою. Друзья, аплодисменты нашим судьям! Ну что же, давайте под ваши бурные аплодисменты мы их проводим на их рабочие места. Друзья, вон туда, наверх, пожалуйста. Кто туда, а мы на рабочие места. Вот он здесь, друзья, скромный человек. Застеснялся выйти, вот поэтому он говорит, скажи про меня меньше всех. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас много танцев. У нас замечательные дети, отличные танцоры. Times like these, you just take it slow.
32. Первыми на сцену выходят номер 166 из города Киев. Они здесь, друзья. Я не слышу аплодисментов для столицы. Замечательно. И за ними сразу же готовятся ребята по номеру 232. Готовы? Можем. Поехали. А на очереди у нас ребята из города Днепр, номер 232. Мы только что выступили, но и...
награждение. И посмотрим, второе или первое. Ну, я уже не думаю, что будет первое. Для них. Участник по номерам 199. Найда Кристина. Готовится номер 70. Вот девочка. Надо сядь. Thank you.
ребятам. Окей, второе место в этой номинации достается ребятам по номерам 224. Семен Харьков. Scream of Soul, друзья, выходите. Чуть Полина и Захарова Александра. Девчонки бегут к нам. Я вижу, они пробиваются там, где это, друзья. А мы аплодируем им. Мы обязательно аплодируем девчонкам. Ой, здрасте. А вы с Киева? Вы с Луны, да? Сейчас вам давайте вот для меня рыбы. А что, вы там дрались, или у вас тренер был? Вы такие испуганные. Окей, друзья, аплодисменты нашим финалистам и призерам. Чудес. И первое место, золотые медали. Ваши бурные аплодисменты забирают с собой. Номер 200, Сплит, город Киев. Друзья, аплодисменты для них, награждаем. И обязательно фотография тоже для них. Друзья, я напоминаю все финалисты, которые участвовали на этой сцене. У нас получили медалечки. Обязательно подойдите к нашим девчонкам из оргкомитета. Они вам выпишут знатные Мария, город Днепр, Камелеон! Второе. А за что-то я ничего, ничего. Ну ничего, сегодня был дебют, и я не решаю. У нас золото. У нас есть какие места? Второе, третье, и вот первое. Мы покорили Харьков. Харьков, бойся нас, Украина, бойся. Вышли из зала, собрали, сейчас придем посмотрим фотографии. А потом поедем кушать и на поезд. Обнимает. Вау, полет. Опять вылетаете. Смотри, да, полет у них всегда классно получается. Смотри, взлетели. Вау. Мы идем мафию кушать. Мы приехали жрать. Мы приехали в пиццерию. Потому что мы очень голодные, мы целый день почти ничего не ели. Вот так вот жестко не кормят нас. Я вас не знаю, все пора. И перец, моцарелла, томаты, цибуля, петрушка, цибуля, фу. Тут грибы. Перец, томаты, баклажан, фу, баклажан, нет, сразу. Супер неслам, моцарелла, фу. Вот это с шинкой, типа. Шинка, грибы. Пиццерицы, моцарелла, томаты, яйца. Пиццерицы, это грибы. Нет, я такую не... Пиццу! И какую мы пиццу выбрали? Компания. Компания! Это же я. И рукола. 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 Сейчас еще... Еще сейчас выберем напитки, будет вообще шикарно. Не хочешь салатик? Уже нет. У нас я на поле, короче, там разные коктейли, домашние лимонады, фрешек. А мы берем пиво, курилка, коньяк, виски, ром, текила, джин, настоянка, непонятно что, ликер, ириска вина, белый вина, рожевый вина, червоний вина, глинтвей, шутеры какие-то непонятные, коктейли алкогольные, все, весь алкоголь, пожалуйста, на стол. Будем праздновать! Там были и рысти вы, надо сказать, и рысковые. И рысковые. Меня ужас. Дике пришло первое блюдо. Ну, не блюдо, это напиток. Напиток. Я вас не знаю.
Пить лазанья! Пить лазанья! А больше мы не знаем. А больше не знаем. А больше не знаем. Поэтому все, пока. Коревизор. Пробуем. Да, я даже пробуем. Не... Пробуем. Пробуем. Итак. Пробуем. Ну, знаете, я вам скажу, маловато сахара. Бортики. Маршмеллоу. Невкусное. Так, грязное. Вообще бумажки валяются. Вот это непонятное. Да. У нас комедикла продолжается. Так, все. Не рекомендую. Рекомендую. Я поняла, что ты сказала. Рекомендую. Не комментируй меня. Не рекомендую это заведение. Все, нет. Всем хеллоу. Это Мафия. Итак, у нас сегодня пиво. Какао. Не палим контору. Все круто. Мне понравилось. Дальше комментирует Маша. Итак, ей ничего не понравилось. Всем гудбай. Что? Чай слишком горяч. Тарелка слишком квадратная. Все. Это все. Лазанья. Пич. Лазанья. А дальше слово мы не знаем. На самом деле все вкусно. Да, все. Мы разве что ждем пиццу, потому что мы только попили напитков. А ничего вкусного так и не съели еще. Итак, теоретично, как Вика будет есть маршмеллоу. О, да. Вау. О, на. Яна. И тут я. Нормально, Сай. Точно? А как вам эмоционально, то, что вы вот работаете, это очень... Да. Случайно получился. У нас должна была быть вторая про команда по контенту. Очень нравится, или когда там плачут. А у вас именно очень забыли. Сделала. Стесняешься? Танцуем под караоке. Поехали к вокзалу. И сейчас идем, у нас через 20 минут поезд. Поезд пассажирский. Ребята, вы знаете, кстати, что мы... А как ее мама? Остроумно. Остроумно. Молодцы, девочки. Нашли себе занятие. Ага. Мы уже в поезде, сейчас будем ложиться спать. Да, Вика? Спокойной ночи. Время. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. С поезда. Идем на вокзал. Хорошо, пап, я поняла. Все, давай, пока, пап. Наконец-то мы приехали домой. Сейчас я буду спать, отдыхать, разбирать вещи. В общем, будем отдыхать, набираться заново сил. И скоро нас ждет новая поездка. Пока не скажу, куда. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!